Добрый день, уважаемые дамы и господа, а также товарищи. Вас приветствует Вадим, агентство недвижимости «Золотое кольцо благополучия». И вашему вниманию предлагается земельный участок 20 с лишним соток. В тексте объявления будет написано более точно, состоящий из 4 смежных участков в СНТ «Кварц», рядом с деревней Исаевкой. Исаевка, значит, километров 110-115 по Ярославскому или Щелковскому направлению от МКАД. Электричество по границе. Земельный участок 20 с лишним соток состоит из 4 смежных участков с плодово-ягодными насаждениями, а также с дикорастущими березами и другими породами деревьев. Ольха вроде, если я не ошибаюсь. Участок ровный, сухой, электричество по границе. На участке имеется хозблок, беседочка и фундамент. Стоимость будет указана в тексте объявления под данным видео. Хороший, ровный участок, 20 с лишним соток, состоящий из 4 смежных участков. По кадастровым номерам посмотрите расположение, конфигурацию. Но он получается квадратной формы. Ваше внимание, деревянная бытовочка, беседочка, если так можно выразиться. Так видно, что стоит. И, ваше внимание, фундамент. Неплохой фундамент под какое-либо строение. Еще раз повторюсь, участок, с плодово-ягодными насаждениями, вы их прямо сейчас видите. Ну вот, в частности, облепиха, там черноплодная рябина, крыжовник, смородина. Подъезд к участку с 3 сторон. То есть вот подъезжаем через садовое товарищество «Кварц». Немножечко проехали. И, пожалуйста, вот там длинная сторона, потом сторона, где я начал снимать видео, и вот эта сторона. Размер фундамента, примерно 6 на 5 метров. В тексте объявления будет написано точнее. Земельный участок 20 соток, СНТ «Кварц», состоящий из 4 участков. Бытовочка на первое время достаточно приличная. Оказываем услуги в сфере электрификации, газификации объектов недвижимости. И основной вид деятельности – это, естественно, полный спектр услуг в сфере недвижимости. Поиск покупателей, поиск продавцов, сопровождение сделок, правовая экспертиза на нашем уровне, а уровень у нас высокий. И, все, что касается недвижимости. Отличный вариант, отличный. Стоимость более чем приемлемая. Въездная группа в садовое товарищество «Кварц», ведется видеонаблюдение, шлагбаум. Все хорошо.